нас память трогает до глубины души. Память о людях остается вечно. Который раз пишу некролог при свечи, спонтанно в рифмах, скоротечно. Горе за горем постигает в этот раз. Кумиры звездные опять нас покидают. Опять слеза сползает со свечи в траурный час. Уже портрет другого освещает. Смотрю и вспоминаю, какой был человек Георгий Николаевич. Он мастер прям от Бога. Сегодня покидает нас он в 21 век. Он улетит к друзьям туда, где их так много. Особые заслуги в кинематографе, кино. Его картины очень всем понятны, хотя отсняты фильмы практически давно. Сегодня во всем мире популярны. Не вечны мы, но память и талант, класс мастерства они нам оставляют, а фильмы их и нам о многом говорят. Фильмы судьбу нелегкую питают. Весны начало должно быть сердце ликовать, а радости тут нет, одно сплошное горе. Известным людям апрель приблизил умирать, наверное, потому что жизнь с судьбою в ссоре. А может, нам и вправду жизнь сменить, но только жизнь другая будет хуже. Одно лишь Божье правило: должны мы жизнь любить, стремиться к этому, и станет, может, лучше. Прощай, Георгий, от души тебе спасибо. Нам нелегко, но все спасибо говорим. Апрельская утрата нас постигла, но память о тебе мы сохраним. Мы аплодируем нашим кумирам стоя. Рукоплескать вам будет целый свет. Видно на все, такая воля Божья. От нас уходите уже всегда навек.